And now we're going to call upon Dr. Yurova, Elena Yurova, or Vladimir Karitonov, or Russian Research and Development Institute of Dairy Industry here in Moscow. Okay, Elena, you have our attention. Хотела бы со всеми поздороваться, сказать о том, что у нас очень сложный такой вопрос, который мы сегодня решаем. И показатели безопасности всегда являются одними из самых сложных для исследований, для дальнейшего вообще изучения, особенно для научной продукции. Ну, хотелось бы сказать о том, что основное, для какой цели вообще мы стремимся, это наш потребитель. Потребитель, который потребляет, что называется, пищу, и, естественно, она должна быть безопасна. Но как этого добиться, какие этапы существуют для достижения вот этой цели, они очень важны. И здесь у нас самое основное требование, которое есть, это наш процесс, который мы, вся эта биологическая цепь, продовольственная цепь, она как бы очень состоит из таких самых главных, это то, что, собственно говоря, потребляет наши фирмы, и тот продукт, который поступает на предприятие. И главное, что вся эта система должна прослеживаться в обратном направлении. То есть если у нас есть продукт, то он должен иметь источник. И самое главное, над чем мы работаем? Мы работаем вот непосредственно с предприятиями сельскохозяйственными и с предприятиями, перерабатывающими продукцию. И самая основная задача для того, чтобы на перерабатывающие предприятия поступил продукт безопасный. И наша цель вот в этот участок обеспечить методиками измерений. Самое главное наше направление, в котором мы работаем, это изучение требований, которые установлены нашим законодательством, требования, которые установлены международными организациями, и методы, которые позволяют эти требования выполнять. Мы работаем над разработкой не просто требований, которые установлены законодательством, но и введением новых требований, которые должны позволить исключить риски попадания всех параметров безопасности в конечный продукт. И вот здесь самая такая основная задача, над которой мы работаем, это методы идентификации. То есть мы считаем, что если продукт, который поступает к потребителю, имеет, ну, прошел контроль по всем основным параметрам, это все прекрасно. Но если этот продукт по каким-то показателям неизвестен, то есть по нему нет данных по каким-то параметрам, то это всегда есть риск, что этот продукт небезопасен. Если есть методы, которые позволяют это сделать, то это всегда тоже очень позволяет решить эту задачу. На примере приведены данные, которые проводились на перерабатывающем предприятии, которые внедрили методики идентификации белкового состава, и что позволило снизить выбраковки продукции в течение нескольких месяцев. То есть появление выбракованной продукции снижалось с такой определенной долей вероятности. И это позволило именно с внедрением методики идентификации по белку. То есть если просто определялся белок на предприятиях перерабатывающей промышленности, это не позволяло производителю иметь гарантированно качественный продукт. То есть была часть проб, которая не соответствовала в конечном этапе, потому что были неизвестны значения отдельных составных частей белка. Вот, используя методики идентификации, позволили снизить этот брак, который, собственно говоря, и дает вот тот небезопасный продукт на прилавке магазинов. Разрабатывая методики идентификации и разрабатывая вообще систему выявления фальсификации продукции, мы пришли к выводу, что самое главное – это инструмент, который позволяет эффективно регулировать менеджмент качества и менеджмент безопасности, это именно
эффективные методики измерений. И их нужно не просто совершенствовать, а их нужно все время дорабатывать и доводить до именно абсолютно, что называется, современных высокоэффективных методов. Необходимо отметить, что в последнее время предприятия молочной промышленности внедряют активно современные методы анализа. Если раньше иммуноферментные методы были у нас для очень таких крупных, больших лабораторий, которые занимаются в основном научными исследованиями, в настоящее время перерабатывающие предприятия активно внедряют эти методы для определения параметров безопасности. То есть у нас уже этот рутинный метод и достаточно распространенный определение антибиотиков методом иммуноферментного анализа. У нас достаточно активно используется идентификация по жировому составу для каких-то объектов. Это уже считается как такой достаточно известный метод. Но у нас еще очень много проблем, потому что есть компоненты в молоке всегда, которые, когда мы можем предполагать, что мы не знаем о каком-то компоненте, о каком-то токсине, о каком-то параметре, который неизвестен. И вот здесь очень важно разрабатывать систему критериев оценки безопасности продукции. И вся система состоит именно из-за того, что нужно эти критерии разработать, что их недостаточно в настоящее время, что те критерии, которые есть и общеприняты, они недостаточны для того, чтобы точно определить, что в состав входит в состав продукта, что является основанием для сказать о том, что это безопасный продукт. Поэтому вот наша задача разработать сначала критерии и для этих критериев разработать методики идентификации. И наше мнение, что фальсификация продукции – это самый такой основной загрязняющий фактор, делающий продукцию небезопасной для здоровья. Спасибо за внимание. У меня очень короткий доклад. Доступны для общения. У нас очень много наработок в плане идентификации не только состава молока, но и отдельных контаминантов, которые могут содержаться в молоке, в молочных продуктах и непосредственно в кормах. Спасибо за внимание. Thank you so much for staying within the time boundaries. Yeah.